Есть у меня к тебе предложение. У сатаны для любой души кошелек есть. Хвалишь? Молодого твоего предупреждаю. Сериал «За час до рассвета» – 16-серийный исторический детектив режиссера Игоря Зайцева. По сюжету и первым зрительским впечатлениям сериал поначалу напомнил знаменитую советскую картину «Место встречи изменить нельзя». Однако вскоре стало понятно, что сериал гораздо более динамичный, жесткий и рассчитан исключительно на взрослую аудиторию. Многие критиковали его за излишнее насилие и множество откровенных сексуальных сцен. Те, кто ожидал увидеть более реалистичный проект в стиле все той же картины Станислава Говорухина или бесспорного лидера этого жанра сериала «Ликвидация», были, мягко говоря, несколько разочарованы. Однако, по нашему мнению, проект «За час до рассвета» — это качественный добротный продукт, рассчитанный скорее на более молодого современного зрителя, и единственный его заметный промах — растянутая на несколько месяцев трансляция сериала.